Это ли клуч 85 поменять тачку? Клуч? А, клатч. Профиль Steam. Б-класс, упс. Его зовут Тимо. 5 лет Steam, слышишь? Тимо Димо? Из Нидерландов. Кикт. 19 из 23, ну почему? 15, Димон, 15. 10. Либо я за тобой. А, ну нормально тогда. Угадайте, что со мной произошло? Развернули. Молодец. Приз достается Лёхе. Ой, блядь. Бля, я тоже развернул кого-то. Ой, блядь. И тут вообще все крутятся, вертятся. Ты чё такой фейс клэр, Кен? Да тут вообще, блин. На баге, который со спойлером, влетает во всех. Ну он едет плохо, да. И медленно. В смысле медленно, он просто... Он меня все время врезается. Вот он за мной сейчас, он меня пихает. Он очень бодается и... Кларк Кент. Мазафак. Да. Сверхскоростной. Баги. Если он кого-то видит в повороте, он обязательно на него врежет. Ну, сейчас он меня и развернет, он за мной. Скотина, развернул. Опа, меня в следующий ебался, я опять нормально. Я это говорю, вот, таранить тоже можно. Да. Значит, меня на баге носит вообще по всей карте. О, этого чувака развернули. Отлично. Переоглядывайся почаще. Да-да. О, за мной Бинго едет. Угу. Бинго серый кардинал? Снизов поднимаюсь. Ну, кстати, раскрасил машину красиво. Спасибо. Плюс бал. Да, кстати, это бал, да. Бал. За стиль, как бы. Очки стиля. Очки стиля, да. Ну да, да, да. Где там Игорь 9, ё-моё. Игорь, может ты там развернешься там? Да вот что-то как-то не пускает, наверное, скоро развернуть. Нихуя себе, баги тут наглые. Вот, есть. Это он и есть, Кант, вот этот Кент. Кларк. Со спойлером, да, Дима? Да, да, это да, он, да. Вот. За мной только что был Мегамист, а теперь за мной Кент этот. А, то есть он толкается, да? Да, он всех уже настолкнул на этой карте сейчас. По разу. Каждому. Опа, баги! Я перевернулся, я почти за ней перевернулся. На двух колесах. Ну чувак, ну зачем? Блин, я топ-тайп хочу поставить! Иди, должны эти метки должны быть над крышей. Иду на топ-тайм. Специально, специально разворачивается. Гост-мод включить еще, да? Да-да-да. Или да, игра должна определить, типа, она видит, что ты там, например, до середины карты, это твое лучшее время, значит, скорее всего, может, ты поставишь топ-тайм, и должно сверху идет на топ-тайм, и все-таки так. Надо ебать. Да уж. Блин, а? А, неужели у игры еще и топ-тайм бывает? Фишки, увлекательные гонки, время пролетает. Я старался там. О, Димон, стри, ты поставил время, как я. Блин, и у игры на чуть-чуть. 8.16, да? Блин, у вас там уже вообще все перебустилось. Ну хватит считать, Дима, давай просто поиграем. Не, 8.16, я считать буду, все. Ты мне сейчас обсчитаешь еще и... Не-не-не, 8-16. Ну давай так, плюс 8, давай плюс 8. Плюс 8. Ну 8-16. 16 минус 8, 8, у тебя плюс 8 очков. А, ну да. Я понял, но все равно. Ну как вы играли в этот баскетбол или во что-то? По нулям, типа. Да.
Плюс 8. Не, все, я выиграю. У тебя плюс 8. Мне понравился наш баскетбол бутылкой. Опа, опа. Опа! Все, единогласно. 12 голосов. Опа, в форме. Карта просто угар. Да, карта угар вообще просто. Прям по середочке, это рекомендация. По середочке. На трамплинчик. Ой, это Лаланда. Я по середочке, да, там, конечно, страшно. Ой-ой-ой, не рейдинг. А как назовешь эту карту? Я даже не знаю, это член, я даже не знаю. Это шпага. Шпага. Шпага-член. Я тоже сначала смотрел, думал. Шпагач. Шпагач. Просто лысый из Бразерс. Ну слава богу, поиграю на этой карте сегодня. А мы вообще играли на ней? Я мы, мужик, с тобой играли, я соло играл. Нет, мы на ней не играли. Я тоже соло зашел, проехал как раз про комок Гарри Поттера. У меня 4606 время здесь. Мне кажется, там вообще последнее, которое может быть. Да, у меня тоже там. А, у меня даже перед тобой. Ну, я про что говорю. Это надо топ-тайм отставить. На баги у меня причем тоже. Я сейчас не баги там не хочу. Хотя он короче, дальше, поэтому здесь лучше. Ну. Ах, все, американская горочка. А тут куда? Влево? Вот передо мной бинго! Без разницы. Можно прям. О, кто-то поехал прям, кто-то прям поехал. Чё ты? Багет. Прям поехал, да? Он с другой стороны не выйдет уже. О, выехал кто-то там. Ой-ой-ой. Блядь. Что меня так крутит? Ой, что за ржать вообще? Диман, тут еще ты. Да дайте мне поехать в ту сторону. Пожалуйста. Я Димана на себе провез в другую сторону. Мне вначале Жека просто толкнул назад, потом ты еще. Да. Ты бы знал, на меня вообще все там упали. Проехать не мог. Я не понимаю, где критическая точка, когда по забору едешь. Может, не надо ее искать? Буя! Что за невезение? Димка, я застрял! Дима! Снимайте! Куда ты едешь? Крути! Ой, блин! Ой-ой-ой-ой! Что за муки? Блин, да тут все прям... Не, кто сделал эту карту, там, конечно, надо памятник поставить. Тити-в-тити прям. Да, это чисто дестрой. Реализм тут вообще. Просто да, встречное движение, наверное, очень много встречного. Я смотрю все, что там такое. Я знаю, машинка. Че, все живы пока? Ну да. ДНФ нет. Ну, я имею в виду, не только среди нас. Вообще, здесь. Ну да, тут. Видел же к меня? Ну, блин, кажется, да, я чувака убил случайно. А, ну вот теперь есть. А, вот его труп едет медленно. Жесть, конечно. О, бинго! Блин, что? Чё, уже на круг лёх обгоняешь, да? Наверное. Да. Зачем ты на центр едешь? А, я первый! Не знаю, мне кажется, тут быстрее. Ой, нет. Приземление какое-то, не очень удачно. Все ливают уже, кто-то разбили всех. Нет, в основном присоединяются. Блин, чувак, зачем ты к мне въехал? Ой! Ой, Димка, извини! Все нормально, только что-то минус 30 хп. Да там, слушай, ты уебался, я... Два круга. Я сейчас просто поставил, типа, лучший круг, минус 30 секунд. Просто, насколько у меня был первый круг хуже. Ну да. Ой, бля, тут еще авария. Чуваки, нормально там, я смотрю, по 90 хп там у кого-то. У меня 11. У меня 26. Бля, все, у меня 15. Люха, это я в тебе ехал. А, ты? Ну ладно, че. Ну, я так ехал вдруг. Да тут же вообще не предсказуемо, не видно ничего. Вот, бля, вот я опять уебался, все, я разбит.
Игорь, у тебя много хп?